Павел, я приехал из Молдовы со своим сыном Разваном. Мы уже приезжаем, получается, в третий раз. Да? Были один раз в Одессе, второй раз мы приехали в Иерусалим. Нашему сыну сейчас уже 9 лет и 4 месяца. Что у нас случилось? У нас аутизм. Заметили мы это где-то в 2,5-2,5 года, Попробовали различные варианты у нас в Молдове. И психотерапию, и психопедагогов, логопеды, корректирующая терапия. Увидели информацию в интернете про центр Бер Давид, про Давида Юсефу. И решили в Одессу приехать, потому что они как раз были в Одессе. Были хорошие результаты после первого визита. Мы решились на второй визит в Иерусалим потому что ребенок начал развиваться, ребенок начал прогрессировать, начал более логично мыслить. И сейчас приехали в третий раз убежденные, что у нас вот есть результаты благодаря Центру Бердавид. Поэтому хотели сказать, выразить огромную благодарность Центру Бердавид Давиду и Иосифе в том, что они помогают нам. Сейчас в третий раз мы приехали, у нас опять же есть дополнительные результаты, более слаженная, логическая формулировка каких-то мыслей. И, в принципе, я, я как родитель, и жена была чуть раньше, мы, в принципе, видим, видим определенные дополнительные сдвиги по нашему ребенку. Он стал более не то что податливым, он просто подходит легче контактирует с людьми, Сейчас даже вот с определенным персоналом, с которым, допустим, в прошлый раз не особо подходил, не особо контактировал, допустим, он музыкой вообще не хотел заниматься. Сейчас он даже подошел к пианино, начал там петь, определенные ноты даже выучил, определенные мелодии. С Давидом по первые два раза он как-то сближался, сближался, сейчас он спокойненько подошел, поздоровался, общается между собой, контакт с глазом стал получше. И как бы мы чувствуем просто из, из с каждым разом вот идет прогресс как бы все лучше и лучше. Да. И мы понимаем, что это чудо, скажем так, происходит не сразу, она происходит постепенно. Но мы это со временем постоянно видим. Так что вот это наш результат, который сейчас, я думаю, что будет намного больше. Потому что терапия сама по себе, она помогает не просто сразу, она дает тебе толчок и на будущее. Потому что есть определенные результаты, которые мы видим, скажем так, не через месяц, не через два допустим, проявляется там через три месяца, через полгода может появиться, да, и, соответственно, мы думаем, что это тоже помогает терапии, потому что до терапии таких прогрессов не было, да, так что еще один раз большая благодарность центру Бердавиду, Давиду, Йосефе за то, что они приложили свой э, уникальный труд для того, чтобы наш сын стал наиболее полноценным членом общества. Меня зовут Татьяна. С Развадом я работаю уже 4 недели. По прибытию немножко были проблемы, то, что он не знал русский язык с переводом, но уже к концу, вы видели, к четвертой неделе, он уже стал на русском языке разговаривать. То, что я хотела, он уже стал понимать. Быстро все схватывал, и удивительно, память у него очень хорошая. Я старалась каждое занятие менять темы для того, чтобы не заучивал он это. Потому что дети, которые уже знают эту тему, они быстро-быстро делают. Я с каждой недели, первую неделю немножко на уровне третьего года, потом четыре, потом пять, и вот сегодня мы уже на уровне семилеток делали логические тесты, и он прекрасно справился с этим. Давид Юсиф и как дает толчок, вот они, а мы уже стараемся, я смотрю, ребенок на что способен. Почему я начала логику с ним проходить, потому что я смотрю, я даже отцу сказала, вы его на шахматы отдайте, потому что у него, он быстро-быстро, вот зрительная память у него раз-раз-раз делал. А когда пришел, у него было рассеянное внимание, он смотрел вот так вот, даже головой делал. А сейчас у него сосредоточено точно, какое задание надо, то, то задание он и делает. У него развитие вот так вот быстро-быстро шло. Вот есть дети, которые собирают, собирают всю информацию, а потом в конце раз выдают, а у него вот прям вот так вот так вот так быстро все шло. Он очень за четыре недели очень сильно я видела у него это плюсов, которые он не знал и выучил прям вообще молодец. Меня зовут Елена. В центре Бир -Давид я занимаюсь физической подготовкой детей. И с Розваном мы познакомились четыре недели назад. Он к нам пришел, и с первых дней, когда он подошел, папа сказал, что у него не будет контакта, он пока растерянный, он не подойдет. Но у нас как бы с первых занятий контакт пошел, и мы начали с ним заниматься, и буквально за несколько занятий разван изменился. Он стал замечать многие вещи, даже папа отметил буквально недавно, он сказал, что я с первых дней отметил, что он стал разговорчивым, общительным, он стал замечать многие детали, которые на раньше даже не обращал внимания. То есть развитие у ребенка оно заметилось буквально с первых же дней, с первых занятий. И вот на сегодняшний день, на 4 недели, ребенок практически, он здоровый, отлично, он любит играть, любит баловаться, задает вопросы, он любит играть в эти мячики, мы кидаем мячики и ловим сачок, это его одна из любимых игр. Любит также играть в степы, любит на балансах стоять. Но вот сачок играет, и когда он кричит «лови, лови, лови», это его самая любимая игра. На вид она очень простая игра, то есть вы кидаете мячик, ловите его в Сачок. Для детей это игра, что она развивает. То есть ребенок фиксирует свое зрение на этом мячике. Вы просите ребенка сфокусироваться на мячике, он фокусируется. Вы кидаете мячик именно, чтобы он не кидал сачок, а именно ударился о пол и поймал это. У него идет два движения. Он фокусируется на мячике. Второе движение, он фокусируется на сачке, и у него идет уже работает периферическое зрение. И мячик, и сачок. То есть вы стараетесь кидать мячик с одной стороны, а с другой стороны, с правой, он должен его поймать, не теряя фокус с левой стороны. То есть эта игра действительно она развивает ребенка, она дает ему зрение периферическое, она дает ему, что он умеет фокусироваться на двух точках одновременно. Мы кидаем не один мячик, мы кидаем сразу пять мячиков. Один, два, три, то есть стоит папа, стоит мама, стою я, и мы кидаем с разных сторон, и ребенок пытается поймать мячик с разных сторон, бегая за мячиком. Я не разрешаю родителям в этот момент, чтобы они помогали ребенку поднимать мячики. Ребенок должен либо поймать сам, либо нагнуться, взять мячик и опять-таки положить сачок. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Давид. Я руководитель, основатель и ведущий специалист центра БР «Давид» в Иерусалим. Центр создался достаточно уже давно. В настоящий момент мы представляем себя дружную команду специалистов из многих стран. Мы еще и международный методический центр по созданию методик для оздоровления и развития особых детей и подростков. Мы с ЕСЭФ и стали заниматься решением этих проблем вынужденно. Мы оказались перед необходимостью помощи нашим собственным детям, которым сейчас 15-19 лет. Дело в том, что они заговорили достаточно поздно, в возрасте где-то пяти с половиной лет, а в 6 они уже ну, пошли в школу. Дочку собирались оставить на повторный год обучения в садике сына направили уже в систему спецобразования. В общем, мы поэтому схватились за голову, стали искать способ помощи нашим собственным детям, и тут пригодились наши знания в области целительства ЕСЭФа и Мэй что удалось помочь собственным детям. Вот, к примеру, сын, который начал говорить с 5,5 лет, а в 6 он уже пошел в школу, он закончил первый класс, будучи награжденным как лучший ученик школы. Видео о награждении ИЦИКа почетной грамоты как лучшего ученика школы есть у нас на YouTube-канале. После этого стали приходить другие дети. Вот как бы так оно и пошло. Мы занимаемся этим уже порядка 15 лет. За это время нам довелось помочь, в том числе дистанционно, огромному количеству семей. Многие из этих детей, они стали совершенно другими. И все то, что с ними было негативно в прошлом, уже осталось просто как кошмарный сон. Очень многие дети полностью и давно вышли из особых состояний. У нас есть большое количество даже нотариально заверенных документов о снятии диагноза аутизм. И также многих других, там порог сердца, слепота и так далее. Что о, лежит в основе того, что мы делаем, это понимание и знание того, что э, в основе всех отклонений в развитии детей, подростков, ну и взрослых тоже, всегда лежит органическое поражение. Вот констатация этого факта также является открытием Юсефы которая, так же, как и все наши методики, все наши подходы, это все запатентовано, зафиксировано. И э, то, что мы делаем, оно основывается, скажем так, на трех китах. Первое – это диагностика, то есть выявление причины, почему это происходит, почему ребенок или подросток не может функционировать нормально, так как он должен был быть создан идеальной природой, что этому мешает, Первое, это диагностика, второе это терапия с использованием методов народной медицины, альтернативной медицины, и параллельно с этим разные методы, использование разных методов подходов для развития детей. Дело в том, что этот момент тоже крайне важен, потому что, например, ребенок в который приходит к нам в возрасте 5 лет, и уровень развития у него соответствует где-то уровню 1,5-2 года, в результате, к примеру, наших усилий происходит оздоровление его, и он становится обучаемым. Так вот, у него оказывается пробел в развитии в несколько лет. Мы рады тому, что рядом с нами собрались замечательные люди, сотрудники, очень, все очень талантливые. И самое главное, люди, которые к нам попадают, они чувствуют эту атмосферу, это отношение, и происходит буквально в смысле чудеса. Семью Данич мы встретили в Одессе, когда мы вынужденно выехали из Израиля, который находился уже два года в состоянии карантина, для того, чтобы принять семьи, которые два года ждали возможности к нам приехать. Многие дети находились в тяжелом состоянии. Мы как бы медлить ждать, пока Израиль откроется не могли. Мы поехали. За два с половиной месяца, что мы там были, к нам приехало порядка 40 семей. Семья Данич приехала с ребенком, который находился в достаточно тяжелом состоянии. И уже в Одессе нам удалось значительно улучшить состояние ребенка эту разницу видели и все окружающие вот э, этой семьи. И поэтому они приехали к нам через какое-то время, когда уже Израиль открылся, они были у нас в Израиле. О результатах, о процессе лечения э, можно будет увидеть в фильме, который у нас есть на канале. И вот они приехали э, сюда, в Баку. За улучшением уже достигнутых результатов. И они, и мы, мы очень рады тем изменениям, которые произошли во время этого лечебного курса. Для нас э, сложность заключается в том, что, с одной стороны, мы хотели бы, чтобы улучшения произошли как можно быстрее. Но человек это не автомобиль. И поэтому изменения э, не всегда могут произойти так быстро, улучшения так быстро, как это хотелось бы. Потому что буквально в смысле... Ну, тело должно вырасти в тех случаях, когда у детей, а таких случаев у нас очень много, есть определенное недоразвитие структур головного мозга или других органов систем, должно пройти время, которое требуется на то, чтобы ну, ну вот это выросло, то, чего, что не могло развиваться. И поэтому это, в некоторых случаях это занимает какое-то время, требуется не один приезд как для большинства людей, а там 2-3, иногда больше. Это зависит от тяжести поражения э, органического, которое есть у ребенка. Дорогие друзья, прошу вас меня услышать. Я имею право сказать то, что я сейчас хочу вам сказать, еще и потому, что я сам отец э, двух детей, которые были особенными, которые тоже доставляли нам э, немало поводов объективно для переживаний и по поводу их настоящего и по поводу их будущего с полной ответственностью прошу меня услышать не отчаивайтесь с Божьей помощью всегда можно найти способ сделать жизнь лучше и как показывает наша практика практика которая подтверждена огромным количеством семей просто огромным количеством семей людей из самых разных стран мира, самых разных религий, самых разных ну, там, социальных слоев. Даже самое тяжелое поражение ⁇ это не повод для отчаяния. Многое можно улучшить, либо очень сильно улучшить. Да, не всегда это э, может произойти сразу же. Для этого требуется определенная работа, терпение. Но знаете, что шанс на счастливое, настоящее и будущее он есть и он реальный. Но ну, а те люди, которые захотят э, э, обратиться к нам за помощью в этом, мы всегда будем рады помочь и самое главное сможем.